Это было с каждым. В школе. У меня сегодня день рождения. Угу. А еще я принес конфеты. О! С днем рождения, мальчик Никита! Поздравления, Человека-паука! Сережа? Никак свистеть здесь вздумал. Не свисти, говорю. Нюхай бебру. Сереж, угадаешь загадку, получишь 10 тысяч. Готов? Да. В одноэтажном доме жил розовый человек, розовый кот, розовая рыбка, был розовый стол, розовое кресло, розовый телефон, розовая душевая кабина. Все было розовым. Какого цвета была лестница? Розовая? Нет. В смысле, как нет? Так дом же розовый? Да. Ну и лестница розовая? Нет. А какая? Какая? Розовая? Нет. Дом розовый? Ага. Кот розовый? Угу. Все розовое? Да. А лестница? Какая? Розовая? Нет. А какая? В одноэтажном доме нет лестницы. Это бесит каждого. Когда что-то пишешь, а потом вся рука в пасти от ручки. Понимаю. Когда в магазине протянул руку для сдачи, а продавщица кинула на стол. Понимаю. Когда проснулся и посмотрел на подушку, а она вся в слюнях. Понимаю. Бабушка и майонез. Внучок, помоги! Чем, бабуль? Что здесь написано? Майонез 67%. Я поняла, спасибо! Чё это не втыкается? Бабуля, а что ты делаешь? Как это что? Заряжаю! Тут 67%! Тук-тук! Кто это? Это полиция! Что вам нужно? Нам нужно поговорить с вами! Сколько вас? Двое! Так поговорите друг с другом! Это бесит всех. Когда тебя зовет мама, ты откликаешься, в ответ тишина. Oh, shit. Когда рвется петелька на одежде. Oh, shit. Когда у тебя где-то чешется, и ты не можешь найти это место. Oh, shit. Когда мама рассказала, что человек наполовину состоит из воды, срочные новости на всей земле, пропала вода, никто не может объяснить это, даже ученые молчат по этому поводу. Ох, что же в мире происходит, сынок, иди сюда. Привет, мам, что такое? Слышал, что на всей земле пропала вода. Да я ее и выпил. В смысле? Помнишь, ты мне говорила, что человек наполовину состоит из воды? Помню, рассказывала. Вот я ее и выпил, чтобы быть круче. Страх — это... Когда ешь у друга и слышишь, как мама на него кричит за то, что ты у них ешь. Когда в общественном туалете не работает замок, и к тебе кто-то начинает заходить. Когда стоишь на платформе и думаешь, что тебя может кто-нибудь толкнуть. Когда съел гороховый суп перед школой. Сынок, я гороховый супчик сварила, иди поешь. Мам, ну я от него буду пукать. Чё, это миф. Ладно, давай, держи. О, гороховый супчик.
как? На стол кидают разные телефоны. Меня не кидают на стол, а кладут. И перед тем, как покласть, стол протирают. Меня кидают на стол с высотой 10 сантиметров. Хотя для меня это не страшно. А меня не кидают на стол, потому что боятся, что сломается стол. Саш, что делаешь? Выкапываю дерево. Математичка дала домашку. Найти корень. Ого, тебе еще повезло. Федьке она вообще, сказала член на многочлен разделить. Сидит, нож точит, плачет. Дети, когда ссорятся с родителями сейчас. Все, да мне в комнату не заходить. Я в детстве. Все, надоело мне. Никому я в этом доме не нужен. Лучше на улице жить буду. Мам, хочу айфон. А волшебное слово? Игорь. Какой еще Игорь? Твой любовник. А какой айфон хочешь? Черный, белый? Я целый день сижу в ТикТоке. Мой попугай все слушает. Попугай на следующий день. Гуч, Прада, Луи, на мне только Фенди ходит. Когда захотел сбежать из лагеря с друзьями. Мы долго его планировали, выясняли графики вожатых, разведали маршруты патрулирования, собирали сведения со всего лагеря и приготовили алиби. И в один прекрасный день просто перелезли через забор, пока все были на обеде. Личные блики, рассветы туманны, мама залечимая, открытые раны. Личные блики, рассветы туманны. Батя, нормально? Нормально все? А? Нормально, говорю, все? Дети в 10 лет сейчас строят отношения, эпично расстаются и испытывают сильнейшую депрессию. Да подальше еще пошло. Я в 10 лет. Вот как, блин, он это делает? У тебя есть 3 желания. Я хочу, чтобы их было 1000, но так нельзя. А я желаю, чтобы можно было. Мой друг. У меня проблема, Ламбо или Ферра. Я. А у меня проблема. Какой дошик выбрать? С курицей или с говядиной? Дети сейчас. Я хочу в Китай, Египет, на море в конце концов. Я в детстве. Африка! Станция Басракова. Но это же не Африка. Дурак. Представь, что мы в Африке. Я покупаю Кока-Колу за 49 рублей 99 копеек. Продавщица. С вас 50 рублей. Ты за меня придурка не держи. Вупсин, возьми лист. Ты забыл сказать, пожалуйста. Пыш, пыш, паш, пожуй листа. Чего? Не буду я жевать этот лист. Он уже откусан. Сам жуй. Ну и пожалуйся. Вещи, которые бесят, когда все никак не можешь стать предателем. Когда хотел что-то сказать, а потом забыл, что хотел сказать. Когда постоянно проигрываешь в камень-ножницы-бумага. Когда выкинул посуду и помыл мусор. Два вопроса. Как и нахуя? Нюхай бебру. Что дарят мальчики и девочки на 23 февраля и 8 марта, девочки? Я купила тебе носки, тебе нравится мой подарок, я очень старалась. Офигеть, спасибо. Это же носки самый лучший подарок, спасибо. Мальчики, я купил на последние деньги тебе розы, новый айфон и конфет. И все?
Ты меня не любишь, что это вообще за подарки? Я все поняла, мы расстаемся. Я апельсинчик, сочный витаминчик. Я яблочко зеленое, солнцем напоенное. Я каменщик, работаю 3 дня. Детишечки, посмотрите в окно. Там к нам идет Учка. Тучка Сидоров. Ну, вообще-то там математичка идет. Поэтому мне нравится ход твоих мыслей. 5. Ну, Марья Ивановна... Что? 880-333-2605. По 2000% можно деньги у нас взять. Да уже на каждой остановке стоят эти киоски с быстрыми деньгами! Как будто все они соревнуются в том, как быстрее обобрать обнищавший народ! 880-333-2605. Если деньги не вернешь, мы захватим твою мать! Где деньги, мразь? Когда Спраут съел кустик була. Там такая замечательная травка была, а вы ее уничтожили. Уничтожили целую среду обитания. Придут, например, бизоны, а травки-то и нет. Оу, прошу прощения, девушка. Ну и красотка. Скорость дерева 0 км/ч. А почему? Почему? Потому что дерево стоит на месте. Друг моей мамы работал в военной части, и когда он позвал нас к себе в гости, то точно не ожидал, что я ее сожгу. Мы, значит, пришли в эту часть. Ходим-бродим, мама пошла пить чай, а я пошел в туалет. Зашел в кабинку, сделал свои дела, уже собирался уходить, как вдруг заметил дырку в полу. Мое любопытство и спички в кармане сыграли свою роль. Я протягиваю спичку, чтобы посмотреть, что там лежит, и она падает в эту дырку. И когда от света спички я увидел, что находится в этой дыре, мне захотелось вернуться в прошлое и никогда не рождаться. Там лежали сухие опилки. Они вспыхнули так, будто мне в лицо пернули дымом. Я со всех ног убежал оттуда и со словами мамы: пойдем домой пить чай, мы пошли на выход. Не успели мы выйти из части, как заорала сирена. Но я максимально сделал вид, что удивлен пожару и ничего об этом не знаю. Спустя неделю я решил признаться, что это сделал я. Следующие несколько часов я прятался за папу, а за мной бегала разъяренная мама со словами: я тебя породила, я тебя и уб... Если в школьном туалете никто не срет, тогда почему там так воняет? Если Твикс, сделай паузу. А Сникерс не тормози. Что будет, если съесть их одновременно? Безумно можно. Если бы дерево разлагалось вечность, значит, некоторые девушки жили бы вечно. Если в семье каннибалов умер сын, значит, им будет вкусно и грустно. Если мужчина качок, то значит женщина качиха. Безумно можно быть первым. Если Майнкрафт — это моя жизнь, но мне запрещают в него играть, значит мне запрещают жить. Кир, ты маму мал? Мал. А тата мал? Мал. Хорошо бы, я думала, что ты из детдома. Динь-дон, застать, дон, хэк, дон, бой, дон, суп, на то, ран, эль, дон, бы, суп, дон, дон, хэк, а, бич, так, щит, дома. Me dá sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão.
знаем, что еще сделай. Переходим в контрнаступление! Сдавайся, тучка! Дети, когда видят лужу сейчас? Я в детстве. Ты че, дурак, что ли? Я Джек. Воробей? Орел. Так вот кто тазик взял. Валим, валим, валим. Я памятаю своє рідне село, де я лопатою черпав гівно, не піду в армію. Воу-воу, не піду. Панда любит есть бамбук, белка любит есть фундук, ёжик любит есть гадюк, только ты жрёшь всё вокруг.